изначально я начал играть в футбол в 5 лет во дворе, как, наверное, и все. Получать просто удовольствие от мяча. Я люблю футбол, наверное, больше всего на свете. Но вы знаете, наверное, вот как говорят о футболистах, что вот как вот ребенок родился с мячом, так это, наверное, про нашего Сашу. Сколько я его знаю, это ребенок постоянно где-то играет на площадках, он играет в клубе, и постоянно его с мячом. Привык с детства, мой дедушка, мой отец смотрели футбол, они тоже занимались футболом. И как-то сразу мне проявили любовь к этому виду спорта, и мне это тоже очень понравилось, и я не мог уже без него. Это школа, в которой я учился, проучился я 10 лет. За этой школой находится дом, в котором я жил со своими родителями. Мне всегда приятно возвращаться сюда. Здесь каждое дерево, каждый кусочек, каждую плиточку я знаю. И вот за этой школой находится стадион, в котором я начинал. Как совершенно маленький мальчик, играя в футбол и мечтая о большой карьере большого футболиста. Возможно, так как Шевченко такой же простой парень, как и мы, который вот так же доказывал тренировками и работой. Я думаю, у нас такие же шансы, вот, в принципе, как и у него. Шанс, опять же, всем детям есть шанс, потому что все дети, они по-своему талантливы. Здесь хорошие ребята. Это здорово попасть в тридцатку лучших игроков Украины. Такой шанс бывает там раз в жизни, два. Это не полностью дело, но это уже полдела, которое ты сделал. Попадешь в Барселону, я думаю, дальше ты, ну, это много чего будет значить в твоей жизни, и, может быть, она переменится. Отбор происходит у нас по системе, у нас очень много скаутов по всей Украине. И, естественно, значит, перспективный футболист попадает на заметку. Тот парень, который не попал на заметку к нашим скаутам, естественно, значит, он может попасть на заметку к нам. Это очень здорово, потому что, я думаю, не у всех ребят была такая возможность пообщаться с тренерами, к тому же такого большого клуба. Когда Олег Владимирович Блохин посетил нашу игру последнюю, это, конечно же, это была и мотивация, и в то же время дополнительные нервы. Я очень нервничал, когда узнал, что он приедет, а когда увидел, у меня просто ноги начали дрожать. Я думаю, что спорт скорее дает еще и толчок и в жизни. Поэтому это шансы не только для футбола, а только для жизни. Почему? Он может и не заиграть в какой-то профессиональной команде, но я думаю, что вот этот шанс ему поможет и в дальнейшей жизни. Выходя на поле, я думал только о том, чтобы все получилось. Выбрать вне двух игроков будет очень сложно. Которые нас интересуют.
Нет, это тоже интересно. Давай, потому что что-то не хватает. Тут что-то не хватает. Да? Ну, дело в том, что двоих надо двух отобрать. Вот в чем вопрос. Да, вот эти два кандидата. Кульминация момента уже. Вы прошли достаточно серьезные испытания. Нам было очень сложно выбрать из вас, потому что уровень примерно равный. Не спавши ночь, выбрали двух человек. И первый это Влад Колесников. Когда объявили мое имя, я сначала не поверил. И я уже вот-вот выхожу, я понимаю, что это правда. И все ближе подхожу к своей мечте. Выбираем Макса. Когда я вообще услышал свое имя, я был как в неком каком-то трансе. Проходил, тоже растерялся, посмотрел по сторонам, это правда ли я. Вышел, вот Олег Владимирович вручил футболку. То есть это просто нереально. Это, конечно, сумасшедшее чувство. Ну, сложно, немного грустно, конечно. Не получилось, но я не буду расстраиваться, я буду пытаться, и я все-таки докажу, что футбол это часть меня, и он будет в моей жизни. Наверное, кто ни разу не падает, тот никогда не поднимался, правда, Саша? Я думаю, может быть, для этого стоит упасть, чтобы потом подняться. Это будет моя первая поездка за границу, я дальше Украины никогда не заезжал. И мне очень интересно побывать, это будут новые какие-то впечатления. Это будет все новое для меня. Сейчас нам предоставляются огромные возможности. Нужно просто показывать себя, стремиться к чему-то. И нужно воспользоваться своим шансом, который дается тебе. Возможно, это единственный шанс в жизни.